Когда из крана не течет, а из канализации льет, на помощь «Сантехэконом» придет. Круглосуточная прочистка, отогрев и промывка скважин, труб и канализации. Обслуживаем всех, от частных лиц до крупных компаний. За доступные деньги избавим от проблем. «Сантехэконом» и ночью, и днем. Здание высотой в 62 этажа хотят построить в районе МЖК в Чите. В распоряжении Читару якобы есть презентация концептуального проекта этой высотки. Согласно документу, 62-этажное здание может появиться на углу улиц Красной Звезды и Шилкинской. Объект состоит из двух башен, соединенных мостом. Общая площадь этажей каждой башни составит 31 948 квадратных метров. Фасад будет стеклянным. Предполагается, что в башнях будут располагаться квартиры, а мост между ними предназначен для офисов. Также в здании будет несколько этажей для парковки. Компании, которые планируют заняться стройкой, выступает ООО «Специализированный застройщик Проспект».